Здравствуйте. В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала «Первый Карагандинский» я, Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 130 семей получили ключи от квартир в рамках программы «Арендное жилье с выкупом». Радостное для карагандинцев событие состоялось в канун Дня первого президента. В Карагандинской области полным ходом идет подготовка к реализации нового проекта «Сарарка Адалдыгалаңы». Данный проект призван сократить уровень бытовой коррупции, а также повысить доверие граждан к институтам государственной власти. Карагандинские врачи научились замораживать клетки сердца, вызывающие аритмию. Мастер-класс по применению метода криоабляции легочных вен провели ведущие кардиохирурги из Астаны. Сто 130 семей получили ключи от квартир в рамках программы «Арендное жилье с выкупом». Радостное для карагандинцев событие состоялось в канун Дня первого президента. Новоселов поздравил аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Жанар Нуркитаева и ее семейство ждали этот день 14 лет. Ранее им приходилось снимать квартиру. Теперь, благодаря программе «Нурлы жер», Жанар, ее супруг Жандос и их двое детей будут видеть гнездо в трехкомнатной квартире в 15-м микрорайоне. В новом доме счастливые новоселы накрыли праздничный дастархан в честь долгожданной радости. Квартира у нас сейчас светлая, большая, трехкомнатная. Ну, мы раньше снимали тут. В очереди стояла я 2004 года. 14 лет я стояла в очереди. Ну, сейчас уже все хорошо. Получили квартиру, но я этому рада. Ключи от квартир карагандинцам вручил глава региона Ерлан Кошанов. Он поблагодарил казахстанскую ипотечную компанию, которая является оператором направления программы «Нурлы жер» – арендное жилье с правом выкупа. Также аким области отметил, что с каждым годом темпы жилищного строительства будут расти. Очень качественный дом. Мы проверяли. Я думаю, здесь будет тепло, уютно. И я думаю, придет в этот дом новое счастье в каждую квартиру. Я еще раз хочу вот повторить, что мы строим активно в области, не только в области, по стране идет активное строительство, благодаря президентской программе «Нурлы жер» и инициативе 7-20-25. И мы это продолжим. Я думаю, ежегодно мы это будем в разы увеличивать строительство. Вместе с акимом области 130 новоселов поздравил и управляющий директор национального управляющего холдинга «Байтерек» Нуржан Урланов. Срок аренды составит 20 лет. Стоимость аренды 1 квадратного метра – 735 тенге. По истечению 20 лет жилье перейдет в полную собственность арендаторов, среди которых люди с ограниченными возможностями, сироты, многодетные семьи и другие категории граждан, нуждающиеся в поддержке государства. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 1 декабря все казахстанцы будут отмечать День первого президента Республики Казахстан. В честь праздника запланировано множество мероприятий. Одно из них прошло в Темиртау, в городе, где Нурсултан Назарбаев получил трудовую путевку в жизнь. «Встречи на земле Сарарки» – именно так называется сборник статей и архивных материалов, посвященные становлению независимости Казахстана и истории визитов Нурсултана Назарбаева в Карагандинскую область. Написали ее сотрудники Темиртауского историко-культурного центра первого президента. Большую помощь им оказали ветераны-металлурги, соратники президента. Мы учились вместе с Ельбасы. В этой книге написаны наши воспоминания, наша молодость, студенческие годы. В юности днем мы учились, а ночью работали. Я думаю, наше время было очень насыщенным и интересным. Мы очень рады, наш президент до сегодняшнего дня встречается со своими однокурсниками, одноклассниками. Многие наши друзья остались в Темиртау, их всех уговорил Нурике. Он сказал, если вы все уедете, кто тут останется? Кто будет работать в производстве? Вот такие наши воспоминания. Сборник статей оценил и аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Он посетил город металлургов, чтобы принять участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню первого президента. Выступая перед собравшимися, глава области отметил, что вся работа Нурсултана Назарбаева направлена на улучшение качества жизни казахстанцев. Особое внимание Ерлан Кушанов уделил городу Темиртау, чья судьба связана с судьбой президента. И судьба Темиртау действительно неразрывно связана с судьбой нашего президента. И глава государства всегда с теплотой относится к этому городу, жителям. И мы,
карагандинцы, в первую очередь кимертауцы, всегда, постоянно чувствуют поддержку главы государства. И вот во время визита осеннего, когда он был в сентябре, например, вот во время недавнего визита Нурсултан решил для тимиртауцев ряд накопившихся проблем. Для тимиртауцев проблем. В первую очередь это вопросы теплоснабжения. Мы все знаем, уже который год в городе эта проблема дефицита тепла. Он дал жесткое конкретное поручение руководству ArcelorMittal Темиртау о строительстве нового седьмого котла, который действительно в ближайшее время решит все эти большие проблемы, которые здесь имеются по теплу. Кроме того, в Темиртау будут построены современный профессиональный спортивный комплекс, новый детский сад и новая поликлиника. Праздничное мероприятие прошло в неформальной обстановке. Ветераны-металлурги, соратники главы государства, делились воспоминаниями о совместной работе. Каждый высказал свое мнение о роли президента в развитии современного Казахстана. Андрей Тенаман, Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Другим новостям. Заместителем акима Карагандинской области назначен 43-летний Ермаганбет Буликпаев, прежде работавший в администрации президента Республики Казахстан. В этой должности он будет курировать вопросы энергетики, коммунального хозяйства и ЧС. О кадровых изменениях на заседании актива сообщил аким области Ирлан Кошанов. Перед новоназначенным заместителем поставлены основные задачи. Главное внимание он должен уделить прохождению отопительного сезона и тарифной политике услугодателей, отметил глава области. В Карагандинской области полным ходом идет подготовка к реализации нового проекта «Сарарка Адалдагалана». Данный проект призван сократить уровень бытовой коррупции, а также повысить доверие граждан к институтам государственной власти. Об этом рассказал руководитель областного департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жандос Сарсенов. 23 ноября между акимом области и председателем агентства был подписан устав проекта «Сарарка Адалдыкаланы». В рамках данного проекта в течение года планируется ряд мероприятий по искоренению бытовой коррупции. Работа будет вестись по трем направлениям. Собственно, само искоренение бытовой коррупции, осуществление общественного контроля и формирование антикоррупционной культуры. Искоренение бытовой коррупции, то есть первый блок и создание комфортных условий будет реализовываться в сфере образования, в сфере здравоохранения, в сфере социального обеспечения, в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере сельского хозяйства и земельных отношений, в органах государственных доходов, в судебных и правоохранительных органах, и будет рассматриваться персональная ответственность первых руководителей при принятии мер по искоренению бытовой коррупции и созданию комфортных условий при получении государственных услуг. Кроме того, при проектном офисе будет создан экспертный совет из числа представителей общественности, бизнес-сообщества и средств массовой информации. Именно они и будут оценивать результаты всех мероприятий. Успешная и эффективная реализация проекта «Сарарка Адалдыкаланы» напрямую зависит от сплоченной и усердной работы всех заинтересованных структур, как государственных, так и негосударственных. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы призвать всех жителей нашей области к активному содействию в реализации данного проекта. Стоит отметить, что Карагандинская область стала вторым регионом, где внедряются механизмы проектного управления в противодействии коррупции. Глава антикоррупционного ведомства также отметил, что в реализации проекта будут вовлечены лидеры гражданского сектора, предприниматели, ученые. От граждан ждут предложений по улучшению деятельности госорганов и борьбе с коррупцией. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Цифровизацию и активизацию деятельности первичных партийных организаций обсудили в карагандинском филиале партии «Нур Отан». Круглый стол был организован с целью обсуждения концепции, принятой на республиканском форуме первичных партийных организаций. В середине ноября впервые в истории партии в Астане прошел республиканский форум первичных партийных организаций. Анализируя проблемные вопросы в работе первичных партийных организаций и учитывая основные задачи модернизации партии, ее члены приняли концепцию активизации деятельности первичных партийных организаций. В карагандинском филиале «Нур Отан» партийцы собрались, чтобы обсудить грядущие изменения.
Такие вопросы, как цифровизация, как актуализация базы, это как что член партии не только количеством, а основной упор сейчас на качество тех людей, которые будут в партии работать. Партия должна быть ближе к народу. Партия должна участвовать во всех проблемных вопросах, которые наше население. Соответственно, сейчас соцсети – это огромная сила. Мы должны быть там, мы должны быть в гуще. Сегодня партия «Нур Отан» держит курс на модернизацию. В скором времени она перейдет на цифровой формат работы для повышения эффективности и оперативности. О значимости проекта «Цифровая партия» высказалась первый заместитель председателя Октябрьского районного филиала партии «Нур Отан» Бахаджана Манжолова. Концепция цифровизации заключается в чем? Что у нас создана единая информационная, сейчас уже будет создана, работа над этим уже провелась, информационная система называется «Цифровая партия». Сюда будут относиться различные такие контенты, как Е-инфо, Е-контакт-центр, Е-документооборот, Е-инициатива, Е-аналитика, спикеры, контроль, обучение, HR, ПКР. ПКР – это кадровый резерв. На сегодняшний день в Казахстане действует около 6000 первичных партийных организаций, которые объединяют свыше 1 000 000 партийцев. С каждым годом растет число желающих вступить в партию. В ходе круглого стола в ряды партии «Нур Отан» приняли 4 человека. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Карагандинские врачи научились замораживать клетки сердца, вызывающие аритмию. Мастер-класс по применению метода криоабляции легочных вен провели ведущие кардиохирурги из Астаны. Криоабляция легочных вен – метод, который избавляет пациента от аритмии и фибрилляции предсердий. При такой операции применяются экстремально низкие температуры. На клетки миокарда воздействуют жидким оксидом азота. Казахстанские медики заявляют, что данный метод наиболее эффективный по сравнению с другими. Применяется радиочастотная абляция. Это метод, основан на прижигании. Но данная технология замораживания, то есть криобаллонной абляции, он прост, простота метод, само использование методики, доступность и отличается от метода прижигания тем, что при холодовой абляции происходит равномерное и воздействие на патологические клетки, вследствие чего эффективность становится намного лучше. Во время операции применяют местную анестезию, что позволяет пациенту находиться в сознании. Для реабилитации требуется всего 3-4 дня. Метод криоабляции позволяет значительно снизить риски повторного возникновения аритмии, тромбозов и инсультов. Стоит отметить, что в Астане лечение пациентов по данной методике проводится с 2015 года. Только за прошлый год столичные хирурги произвели более 400 операций. Медики отмечают, что с каждым годом растет количество пациентов, страдающих аритмией и фибрилляцией предсердий. На сегодняшний день фибрилляция предсердий как эпидемия в кардиологической практике, то есть очень широко распространена, и к 2050 году количество пациентов будет нарастать 2-3 раза. Поэтому данная методика, скажем, очень обоснована и своевременна. За 2 дня в областном кардиохирургическом центре аритмию заморозили 10 пациентам. Первым из них стал 51-летний житель села Гагаринское Владимир Рычко. Вчера у меня операция была в 9 утра. Где-то в 11:30 она закончилась. По мне видно, что у меня была операция? Совершенно нет. Если бы вы не в больнице были. Да. То, что я сегодняшнего... Я до этого глотал таблетки 10 видов каждый день. Каждый день 10 видов. Сегодня я еще ни одной таблетки не проводил. Мне даже сказали, что сегодня уже будет снимать решение. Себестоимость такой операции порядка 2 000 000 тенге. Однако для граждан Казахстана она входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 16 дней без насилия. В Карагандинской области стартовала акция, посвященная борьбе с домашним насилием над женщинами. В рамках акции состоялся семинар с участием полицейских и членов областной комиссии по делам женщин аппарата Акима области.
Сестры Патрия, Минерва и Мария Тереза Мирабаль вместе со своими мужьями вели активную борьбу против диктаторского режима правителя Доминиканской республики Рафаэля Трухильо. За свою борьбу три молодые женщины поплатились жизнью. Именно день их смерти, 25 ноября, объявили Всемирным днем борьбы против насилия над женщинами. Острая проблема, с которой сталкиваются миллионы представительниц слабого пола, не остается без внимания и в Казахстане. Подтверждение тому – ежегодная акция «16 дней без насилия». Карагандинские полицейские проводят разъяснительную работу, чтобы каждый знал, что грозит за это правонарушение. В рамках нашей областной акции «16 дней без насилия в отношении женщин» по области мы проводим флешмобы, конкурсы, выступления в учебных заведениях, встречи с трудовыми коллективами, где ведем праворазъяснительную работу. Рассказываем о том, какие последние изменения были в законодательстве, какие новые требования, что бывает за бытовое насилие. С начала года в органы внутренних дел, вернее, в департамент полиции и его подразделения обратилось более 4000 граждан. Более 7000 правонарушителей, в отношении которых вынесены защитные предписания. Защитные предписания предусмотрены законом о профилактике бытового насилия. Одна из мер воздействия на правонарушителей. Женщины, столкнувшиеся с насилием в семье, зачастую не знают, куда обратиться. В нашей области помочь им могут в 6 кризисных центрах. Это пояснили в ходе специального семинара. Ежегодно из областного бюджета на работу кризисных центров выделяется 15 миллионов тенге. Их двери открыты для всех, кто нуждается в помощи. У нас на территории области действуют 6 кризисных центров, где женщины, пострадавшие от бытового насилия, могут найти приют, в том числе и с детками. Разные ситуации бывают семейные, где женщины бывают, просто находятся под гнетом насилия, где каждый день ее могут избивать, могут издеваться, в том числе и имеют место факты какого-то рабства над женщинами. Вот если женщины попадают в такую трудную жизненную ситуацию, они могут обращаться в такие кризисные центры. В кризисных центрах женщины могут получить юридическую и психологическую консультации. Акция «16 дней без насилия» призывает казахстанцев говорить о столь насущной проблеме, как насилие над женщинами. Привлечение внимания к этой проблеме – одна из главных целей акции. Женщины должны знать свои права и осознавать, что нельзя бесконечно терпеть гнет в семье, отмечают стражи порядка. Тохжан Лянов, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42 06 49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, приятных вам выходных.